Друзья, всем привет! Предлагаю вашему вниманию презентацию моего нового онлайн-курса «Нумерология отношений». В чем идея этого курса? Все мы стремимся к счастью, к успеху, к процветанию, к смыслу в жизни. Счастье – это когда нас ценят, любят, нами дорожат. Успех – когда мы достигаем всех своих целей. Процветание – когда у нас всего в достатке. А смысл, когда внутри нас есть чувство, мы делаем этот мир лучше и жизнь окружающих людей лучше, а значит, у нашей жизни есть смысл, глубокий, высокий смысл. Как этого добиться? Как подняться на уровень счастья, успеха, процветания, осмысленности в жизни? Для этого нам нужно решить две задачи. Первая задача – осуществить свою личную миссию. И вторая задача – правильно выстроить свои отношения в семье и обществе. В чем уникальность этого курса? В этом курсе вы научитесь тому, как методами ведической нумерологии и психологии рассчитывать и анализировать показатели отношений и личной миссии, строить свою жизнь в соответствии с ними, укреплять и гармонизировать отношения в семье, осуществлять миссию союза, семейной пары и достигать счастья, успеха, процветания, смысла жизни в семье и обществе. В курсе 12 уроков. На первом уроке мы будем разбирать природу близких отношений, как быть счастливыми в отношениях. Я дам вам аксиомы отношений. На втором и третьем уроке я дам подробное описание, анализ 9 базовых энергий нумерологии и то, как они связаны с отношениями. На четвертом и пятом уроке вы будете учиться управлять своей жизнью и своими отношениями с помощью личного нумерологического календаря. Вы научитесь планировать свою жизнь так, чтобы осуществлять все поставленные перед собой задачи. В этом уроке даются все схемы расчета и анализа для этого. Урок шестой. Как правильно строить отношения в союзе, календарь союза, схемы расчета и анализ. Седьмой урок. Природа конфликта. Аксиомы конфликта. Как достигать гармонии в отношениях. Очень важный урок. Вы научитесь проходить через конфликтную ситуацию, не разрушая отношения, а укрепляя их. Урок восьмой. Матрица личности. Экспресс-диагностика. Схема расчета и анализа. То есть я познакомлю вас с такой очень секретной техникой, с помощью которой можно проанализировать характеристики личности и понять, как с ней правильно взаимодействовать. Урок 9. Матрица отношений в паре. То есть здесь вы будете учиться уже исследовать и изучать характеристики ваших отношений с вашим партнером. Это экспресс-диагностика, я даю схему расчета и анализа. 10. Урок. Роли мужчины и женщины. Специфика близких отношений, классические ошибки, как играть свою роль. То есть здесь вы узнаете все алгоритмы, которые предоставляет ведическая психология для того, чтобы понимать свою роль в отношениях и правильно ее играть. Урок 11. Показатели союза, то есть семейной пары, совместимость в паре, схема расчета и анализ. И 12. Урок, завершающий, нумерологическая карта союза. Как ее рассчитывать, как строить и как анализировать. И с помощью этой карты осуществлять свою миссию, правильно выстраивать свои отношения и таким образом добиваться результата. Счастья, успеха, процветания и осмысленности в жизни. По методике. Представленная в этом курсе методика нумерологии и психологии опирается на ведические знания и опыт. В ее основе лежат представления о духовной природе и предназначении мужчины и женщины. Преимущество этой методики – компактность, легкость в освоении, максимальная эффективность. Эта методика не зависит от других, она трансформационная, то есть предполагается, что, проходя этот курс, вы будете развивать в себе новые качества, способности и умения. И задача этой методики – вывести вас на новый уровень отношений, помочь вам гармонизировать и укрепить ваши отношения с близкими людьми, в семье и обществе. В курсе вы научитесь составлять карту личности и карту союза,
рассчитывать и анализировать показатели отношений и личной миссии, осуществлять личную миссию, укреплять и гармонизировать отношения в семье, осуществлять миссию союза пластильной пары и достигать счастья, успеха, процветания, смысла жизни в семье и обществе и делиться этими достижениями с другими людьми, действуя в роли консультанта и коуча. В этом курсе я вам буду давать все инструменты для проведения консультаций и коучинга. Как построено обучение? У нас будут живые онлайн-занятия, 12 уроков, которые будут проходить один раз в неделю. Все студенты, которые приходят на урок, проходят его. После этого урока получают обязательно запись каждого урока и учебный материал к нему. Это предполагает, что если по какой-то причине вы пропускаете занятия, вы все равно, так как занятие это проходит, получите запись этого урока, весь учебный материал к нему и самостоятельно, работая с ним, уже нагоните. Другими словами, если какие-то из уроков вы пропустите, не страшно, будут записи, вы с ними сможете работать самостоятельно. Преподаватель в чате, то есть я, лично будет отвечать на все ваши вопросы. В каждом уроке имеются домашние задания, которые помогают закреплять пройденный материал. В ходе обучения студенты практикуют все полученные знания на себе и в общении с другими людьми, с близкими людьми. Да? Поэтому будете осваивать этот курс, вот, меняя свою собственную жизнь и улучшая отношения с близкими. И по окончанию курса выдается сертификат. Бонусы. От меня в подарок вам идет консультация по предназначению и диагностика совместимости с партнером в отношениях. От нашего центра скидка на приобретение курса SunGates и скидка на консультации у других мастеров SunGates. На меня ложится ответственность провести вас через этот трехмесячный курс таким образом, чтобы вы получили эти результаты, чтобы в вашей жизни увеличилось счастье, успех, процветание и добавился смысл. Друзья, приглашаю.